что же случилось? Биржевая торговля? Да, сфера инвестиций, совершенно верно. Вы правильно меня услышали. А какая организация? Что еще раз? Организация какая? Компания Enterprise London Limited. И что она дает? Не слышу. Вы брокер или кто? Нет, я ваш аккаунт-менеджер, а у нас брокеров нету. Вы с биржевым экспертом, если вы говорите про это. Человек, с которым будет дальнейшее с вами работать, вы про это говорите? Да. Замечательно, да, это биржевой эксперт. Вы уже работаете с какой-то из компаний? Нет. Не работаете, хорошо. Но рассматриваете для себя работу в биржевой торговле? Вас интересует это вообще? Биржевая торговля? Да, Полигар, вы уже спросили 10 раз, я вам ответил да. Так вы же лохоброкеры обыкновенные. Что-что? Я говорю, вы лохоброкеры ебучие, обыкновенные. Заебываете. У нас брокеров нету, Поликар, смотрите, вы ошибаетесь. Вы никто. Вас вообще нету. Отдел аналитики, риск менеджмента и так далее. О чем вы говорите сейчас? Или ваш уровень просто пловарного запаса не позволяет... Какая нахрен аналитика? Давай мне аналитику. Что-что? Давай мне аналитику. У меня в Тинькофф Инвестиции все открыто. Давай торговый сигнал мне. Давать вам торговый сигнал? Да. Ну, давайте сначала отниму вам торговый счет, потом мы будем выдавать уже... У меня есть. Ну, спасибо. Свой торговый счет себе в ванну засунь. У меня есть свой торговый счет. С вашим торговым счетом я бы позавидовал, если честно. А ты где, блядь, на веб-платформе, да, торговый счет открываешь, блядь? Какая же мудила низкопробная, блядь. На веб-трейдере? Ну и торгуй там, блядь. Поликарп, что случилось? Ну потому что вы лохи, вы понимаете? Вы лохи. Нет, не, вас не существует. Вы названиваете людям и объебываете их. Вы заработаете миллионы? Я сейчас предоставляю вам площадку, информацию, на которой вы будете зарабатывать здесь миллионы. Вот какая нахуй веб-платформа? Ты хоть знаешь, что такое веб-платформа? Слушайте, как вы общаетесь? Давайте все. Натаскайте свой словарный запас. Давай, хуй соси, губой тряси, денег не получишь. Мудила, блядь.